Вы откуда все прилетели? Вы же, я не знаю, вы же в тех же школах учились, а? У тех же учителей, у тех же родителей, почти мои ровесники. А как ты-то получился? Из чего? Вы все! Чуть попробую сейчас, не знаю, устроить. Допустим, вот перед нами сегодня молодой человек такой сидит, на вид лет 30, примерно вот так. 30 лет, еще видно, что жизнь не повидал, скажем так. Так сидит, без рулеточки, маску какую-то, надел, да, вот это всякое, NPC, как это, нет. Искусственно, нет, подождите, как она называется-то? Ему виднее, ладно, я-то уже повзрослее, считай. Хорош мужичок, футболочку нацепил, видно, что занимается, руки такие накачанные, волосы свои еще пока, скажем так. Увлекаться спортом, не пьет, не курит, матом не ругается, часы хорошие носит, видно, вот, по правой руке. По левой не знаю еще пока, может быть, конечно. По левой тоже, получается, уже можно что-то заметить, там уже браслеты какие-то пошли. Вот, стакан, соответственно, из Макдональдса есть. Да, выиграл при Биг Комбо, при покупке Биг Комбо, iPhone, соответственно, видно, что человек при деньгах, соответственно, есть и кондиционер, дом из кирпича приделанный, калькулятор из латуни, соответственно, да, велюровые ковры висят, веер из павлина, из сазана, я не знаю точно из чего, кожа настоящая на кресле. Как-то вот получается, что хорошо живет человек. Вот еще кока-колу пьет, получается, явно не с России. Судя по всему, за окном сейчас светло. Это могу предположить, конечно, только мои предположения. США, возможно, США. Да, судя по тому, что он держит кошку, это реально США. Черная футболка о чем-то говорит. Я не знаю, правда, вот до сих пор не выкупаю за черную футболку. На белые надписи на черной футболке. Респект, по-моему, да. Да, респект. Факты и еще раз факты. Флаг. Я не удивлен. Флаг Америки, как бы тут уже, скажем так, ничего не поможет. Не знаю, насчет жены пока еще не уверен. Что это было вообще? Что-то я не знаю, все время нервный какой-то. Ты с кем общаешься? Жопа взорвется через 3. Жопа взорвется через 2. 300. 30. Тебя расслаблю. Здравствуйте. Приветствую. Откуда будет замечательная дама? Грачика с Украины. Очень приятно. Очень приятно. Я из России. Москва. Из самой Москвы. Из самой. Замечательно. А Украину зачем выбрали? Я не выбирал. Она меня выбрала. Она вас выбрала. В смысле вы. Господи. А что же вы не переключились? А почему надо переключаться? Так просто ради интереса. Переключаться это интересно? Что? Взяли и переключились. Я говорю, поговорить? Давайте поговорить. О чем будем говорить? О чем хотите? О войне. Давайте. А вы что-то расскажете? Конечно. Слушаю.
Если я понимаю правильно, вы из Москвы, то есть вы понимаете, где находится Кантемировская дивизия и где находится Таманская дивизия, да? В данный момент не знаю. А, не знаете. Значит, вы не из Москвы. Нет, я говорю, я не знаю, где они находятся в данный момент. Где их постоянное место дислокации, я знаю. То есть Алабино и Наро-Фоминск. И что? И что? А где они сейчас находятся, вы не знаете. Ну откуда же? Мне не докладывают. А их уже нет. Кто сказал? Кто сказал? Я вам говорю. А, брат, вы? А, ну да. Вы-то ж знаете. Вам-то ж докладывает Министерство обороны. Я ж сразу вижу. По вот этой вот пластмассовой штуке сразу понял, что Министерство обороны вам докладывает. А вы откуда знаете-то про Кантемировскую дивизию? Расскажите. Поделитесь. А я жила в поселке Алабино. Все. Те, кто жили в поселке Алабино, им всем докладывают, что происходит с военной частью. Точно. Нет, сейчас я живу в Украине. На Украине, я понял. Не на Украине, а в Украине. А, я так и сказал. Вы раньше жили в Алабино, а сейчас, получается, переехали на Украину. Вы Украину. Да не я. Да не я. Вы. Вы. Я вам еще раз говорю, вы Украина. Да не я. То, что у вас творится там на России, на вы вашей. Переехали. Подождите секунду, вы меня запутали, я уже ничего не понял. Подождите, значит, вы жили в Алабино или на Кантемировской. Где вы жили-то? Я просто не понял. Вы, значит, жили в Алабино, и там... О, я понял, откуда вы знали про то, что происходит. Вы, наверное, были близко знакомы со всеми солдатами в дивизии. Я правильно понял? И поэтому вы знали, куда они идут и когда. Куда пошло-то? Скажите, зачем Россия напала на Украину? Серьезно? Да. Ну, уже полтора года, а вы до сих пор не разобрались? Нет, не разобрался. Ну, Россия пришла защищать союзные государства, с которым заключен договор официальный международный. Это с кем? С Донецкой и Луганской народными республиками. Они международно признаны? Да. Кем? 5 или 6 стран. Кем? Россия, Сирия, Северная Корея, Осетия, Абхазия. А кем признаны Северная Осетия и Абхазия, скажите? Это совершенно не важно. Я вам скажу, что по международным правилам, по международному праву, достаточно признания любой одной страны, любой одной страны постоянного участника Организации Объединенных Наций. А Россия как раз является участником, постоянным участником Совбеза ООН. Украину. Что? Зачем Россия напала на Украину? Ты еще раз спрашиваешь? Ты себя нормально чувствуешь? Ну, прикольно. Ты нормально себя чувствуешь? Ты второй раз один и тот же вопрос задаешь. Ты... Зачем Россия напала на Украину? Ты меня не слышал, что ли, до этого? Нет. Хорошо, еще раз. Я уже сказал, что ты сказал все. Значит, смотри. Обосновываю. Я тебе два раза уже объясняю одно и то же, а ты никак не можешь понять. Поэтому ты. Еще раз объясню тебе, хорошо. Для глухих, слабослышащих их бородачей рассказываю тебе, слушай. Значит, Россия заключила официальный международный договор о дружбе, сотрудничестве и помощи, в том числе и в военной сфере, с Донецкой Народной Республикой и с Луганской Народной Республикой. И вот на основании этого международного документа, кстати говоря, ратифицированных с двух сторон, Россия пришла помогать им защищаться от вашей украинской армии. Кем подписан этот документ? Этот документ подписан главами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Ну ты, сука, ты говоришь, что я, сука, ну ты ж...
международный документ, который подписан непризнанными республиками, блядь. Объясняю тебе, когда непризнанное государство подписывает с кем-то международный договор, то оно становится субъектом международного права. И поэтому даже этого одного достаточно для того, чтобы это государство было... Народным. Что ты орешь-то? Ты что ты не слушаешь? Что? Вот что ты орешь? Вот из-за того, что ты меня не слушаешь, вот ты знаешь, почему ты... Потому что когда тебе люди что-то рассказывают, ты не слушаешь. И вот поэтому ты... Потому что ты важную информацию не улавливаешь, ты ее мимо ушей пропускаешь, она у тебя в бороде застревает. Важная информация, скажи мне. Что тебе сказать? В чем важная информация была? Все, для тебя ни в чем. Тебе ничего не надо. Ты безнадежный. Что, блядь? Документ непризнанными республиками. Давай дальше. Ты не понял? Нет. Я же говорил, что... Значит, смотри, а не понял ты, да. Во-первых, потому что... А во-вторых, ты не понял, потому что ты не слушал. Вот посмотри, как ты себя ведешь. Вот ты, наверное, в школе на уроках... Ты, наверное, на уроках так же себя в школе вел, да? И из-за этого ни хера не знаешь. Ты в школе хорошо учился, нет? Продолжай. Три в кубе сколько будет? Продолжай. Ответь на вопрос 3 в кубе, и мы продолжим. Что это произошло? О, у вас песик такие гарные. Что? Песик такие красивые. Вот такой вот. Это девчонка чи хлопчик? Девочка. Девочка? Лабрадорная, наверное, да? Да. Красивый. Кто пошла? Супер. А про что вы спілкуєтесь? Да, знаете, по-разному. Знаете, что это? Слушайте, а если по-разному, я могу вас попросить вместе со мной одну песню послушать? Вместе что? Вместе с тобой послушать одну песню. А про что? Ну, вы ж про все, так и песня про все. Ну, давайте. Конечно. Давайте. С удовольствием. Открывайте YouTube. Зачем? Ну, чтоб песню послушал. Смотрите, автор Анастасия Дмитрук. Кто? Анастасия Дмитрук. Так, а что поет? Вот давайте послушаем. Я думаю, что первое, что вы услышите, увидите. Хорошо. YouTube, а вы точно сами не хотите? А? Вы точно сами не хотите? Песню включить. Слушайте, ну нет, я хочу, чтобы вы это сделали. Ну, вы точно? Я на всякий случай последний раз спрашиваю. Точно хотите, чтобы я нашел? А то вдруг я неправильно найду. Нет. Вы все сделаете правильно. Там хорошо. Без вариантов. Вы меня не... Хорошо. Сейчас найду. Значит, Анастасия. Дмитрук. Первая буква Д? Д. Дмитрук. Д. Дмитрий. Дмитрий. Угу. А как песня называется? А, никогда мы не будем братьями. Так, сейчас. Никогда мы. Анастасия. Все вижу. Здравствуй, братишка, мы в команде с тобою. Пацан, а теперь готовимся к бою. И пролетают Элла над нами. Мы наступаем, песня, что ли, да? РФ. Сейчас, секунду, что-то, наверное, не так. Фанаты ебашим ракетами, танками с пехотою. Наши ебашим по фашистам. Ебашим
Навечно запомните слово «Раша ебашит по НАТО ебашим». За наших детей, да за прадедов наших ебашим, по фашистам ебашим. За нами Россия, это родина наша. Давай еще, братишка, еще поднажмем. Мы здесь друг за друга, вперед все идем. Мы защищаем свое родное. Тебя я не брошу, собою прикрою. Ебашим, по НАТО ебашим. Ракетами и танками с пехотою нашим ебашим, по фашистам ебашим. Навечно запомните слово «Раша ебашим», по НАТО ебашим. За наших детей, да за прадедов наших ебашим, по фашистам ебашим. За нами Россия, это родина наша. Мои родные, вернемся домой, мы живые. Ну а пока автомат сжимая, бьем мы врага, не переставая. Ебашим, по НАТО ебашим. Ракетами и танками с пехотою наши ебашим, по фашистам ебашим. Навечно запомните слово «Раша ебашим», по НАТО ебашим. За наших детей, да за прадедов наших ебашим, по фашистам ебашим. За нами Россия, это родина наша.